Ты понимаешь, ты собираешь одного героя и стараешься собрать все нужные тебе карты. Я хочу на паладина. Квест? Да. Блять, Ваня, играть за всех сразу, блять, это Я на как гоняться за паладина. двумя зайцами, блять. Я Ты на собери паладина. одну Я паладиню. на паладина квест хочу. Я уверен, что квест там по-другому можно. Ты можешь больше выигрывать, если не через квест будешь. Да, я знаю. Ну, ты хочешь через квест, да? Просто. Я хочу, чтобы он не был. На паладине. Ну, квест Вангора, как и все остальные квесты. Открываешь Унгора и все. А, то есть мы там можем выпустить любой квест, окей. Отлично, открываю. Но он редко выпадает, да, квест? Крайне редко. На шамана. Тебе может быть один раз На за 2 или 3 воина. месяца выпадет. На все классы у меня эта карта уже есть. Это неплохо. Редкая карта на чернокнижнике. Нахуй нужна она мне. Какая? Поражает порчи всех существ в начале вашего следующего хода. Они будут уничтожены. Порчи? Да ладно, это тот инвокер, да, типа? Он как инвокер, да? Нет, ну блин, там далеко его не видно практически. Там деревья вокруг. И синее внизу все. А, Пелена ну я не порчи. знаю, блядь, пелена порчи. Да, поражает порчи всех существ. В начале вашего следующего хода они будут уничтожены. Я понял. Ты можешь уничтожить этих существ. Противника за один ход. И Точнее, за своих два тоже. хода. Да. Там все существа уничтожаются. Ну да, Так. разменивай ее нахрен, тебе нужна. Так, чернокнижникам нахуй мне нужно. Распылить. Дальше. Воин, нахуй мне нужна. Далее. Ну, из обычных я не буду. Ничего пылить. Что-то не пылить. На паладина новая карта мне сейчас сдалась. О, это неплохая карта, слышишь? Что Это за очень карта? неплохая карта. Адаптация? Ваше выбранное существо адаптируется. Ладно, сменю колоду немного. Ты уже доиграл? Да. Готов со мной сыграть Ну сейчас давай я секунду. запущу, мне это похуй, но все равно вряд ли Подожди, попадет. подожди, я с тобой хочу. Ну давай. Берете карту, когда это нужно. Сука, это нужно. Все карты нужны мне здесь. Какую мне убрать? Что-то мне не нужна. Готов? Да. Я, кстати, с Фишхантером сегодня сыграю. Раз, Только ему не говори, два, подожди. И с тобой тоже могу. Хочешь со мной сыграть? Пока я тебе предлагаю. давай. Ты готовился к этому? Ясен хуй нет. Не особо. Не похуй. Стоп, что это? А, ты мне сам бросил. Окей, ладно. Окей. Выключи телефон, чтобы попроще тебя вздернуть. Так, ладно, посмотрим. Так, что у Я тебя там может быть? паладина, только он, как Да сказать, не, он заебал, не оправдывайся. Лучше брал шамана своего. небольшой. Большой опыт. Тебе может повезет Шаман с не картами. покруче, чем паладин. Тут я согласен. Твоя душа будет моей. На похуй, нормально.
Не удивлен. Да что ты. Конечно, я же тебе сказал про это. Да блять, только не это. Сука. Ну ладно. Пристал. Где-то рядом. Есть. Рядом. Истина где-то рядом. Жду приказаний. Я найду ответ. О, у меня мумия, у тебя тоже мумия? У нас одинаковые? Да. Я этим займусь. Да пошел ты нахуй, сука. Сюда. Господи. Сука. Несчастные случаи были. Жду приказаний. Это на самом деле обидно, пиздец. Боже, вы издеваетесь надо мной? Серьезно? Издеваетесь надо мной, блядь? Сюда. Истина где-то рядом. Что приказал? Нахуя ты это сделал, я не понимаю. Что именно? Ой, блядь, проехали. Призвал коварного птенца? Чтобы ты на него отвлекся. Ебать, я на него отвлекся, Ваня. Я знаю, я вижу. Да, сука! Да, блядь! Четыре, пять, шесть. Я интерес. Я на страже. Ну ладно, нормально. Thank you.
Это нечестно, блядь. Это нечестно, блядь. Это нечестно, блядь. Нечестно, блядь. Вот чем я законтрил того чела со своими вратами пустоты, своим поганищем. Да, и выбыл его на лоу хп. Что, наигрался? Пошел ты нахуй. Все, больше не будешь? Да и че, блять, размечтался. Давай на счет 3 запустим. Ну давай. Раз, два, три. Поехали. Подожди. Я уже запустил. Ну. Что, блядь, подожди? Сука, ладно, я не могу отменить поиск. А, у тебя уже нашло. У меня еще не нашло. Там пишет, если ты видишь, что отменить нельзя, значит ты уже нашло. Нашло. У тебя нашло? Да. Well done. И... Шайна. Я про... О боже. Я против мерзкого играю. Ну чё, пососал шлюну изрядно? Иди нахуй. Что иди нахуй? Сука, иди нахуй. Чё, иди нахуй, ты проиграл мне, чем на изи я тебя распутал. Я смотрю, ты начинаешь пиздеть много. Ты хочешь, что ли, еще раз сыграть, что ли? Пошел ты нахуй, нет, блядь. Я тебе в следующий раз выебу, нахуй мне с тобой еще раз играть. Петух, блядь, уже смотрю, начинается, да? 2-2, ничья. Нормальное у меня заклинание, правда? Боже, пошло, поехало. Так много возможностей. Какого хуя я вообще тебе проиграл, блядь? Тебе очень повезло, пиздец, из-за того, что ты забафал карту. Мне повезло? Дурачок. Но у меня не было нужных карт просто. Ну да, сразу оправдания пошли. Я слишком часто скидывал карты. Ну да, сразу оправдание пошли. Обидно за одну карту, которую я сейчас скинул, она мне бы пригодилась. Я вот челика разъебал, блядь, до тебя, нахуй. А с тобой не вышло, весь пиздец, блядь, обидно. Со мной бы и не вышло. Ой, блядь, дебилоид ебаный. Чё ты там шептишь? Хуй взрослый, я... блядь, ебаный. Ты говоришь... Ты хочешь члена? Ты хочешь член, блядь. Смотрю. Ты слышишь его зов? Слушай внимательно! Нахуй послал сразу такой, блин, да, обойдем, странный. Порча. Красивая. Так, у меня сейчас будет 5 отлично. Предыдущий.
предыдущий противник Флай. Наверное, педик какой-то. По-любому. Он уже близко! А чё это за секрет? Я понял. Предыдущий противник Флай, который разъебал тебя. Что он тут делает? Прошу прощения, но вы горите. Пидорил, да? Опа, 4-5-6, нахуй. Гончая Лакария. Сюда та карта. Сука. Так, может, я мог тебя разъебать, я просто не подумал. У тебя не было шансов против моих карт. О, у тебя неприятности. То, что ты ебанутый, наверное. То, что я на умнике мало играл, это не значит, что я тебя проиграю. Призвал. Кристалл! От самого Касакуса! Касакуса! Я опять играю против этого твоего чернокнижника. Желаю. Так, он еще и через пуль играет. Да, сюда. Понимаю, чел. 8. Делаем вот так, нахуй. Делаем вот так, нахуй. Делаем вот так, нахуй. Бля, я тупой. Сука. Ебать, как я не подумал, что я уже разыграл нужную карту. А что у него, блядь? Я несу новый рассвет. Так я сейчас протупил на всю жизнь. Интересно. Ебать, как интересно, пиздец просто. Хмиди, овца или что он там? Thank you.
Прошу прощения, но вы горите. Ух ты, сука. Монетку ложите, нихуя себе. Я выиграл, походу. Лавцу превратил, пиздец. Хуй тупой. Плохо. За 8, нихуя себе. Ты осмеливаешься бросить вызов дочери Сметокрыла? Слышишь, если ты сейчас выиграешь, я получу коробку. Ты смотришь меня? Вот теперь да. Если ты выиграешь, я коробку получу. Ну что, как тебе анально посос от Флая? Почему ж какой-то меня выиграл, блядь? Был бы он шмошником, тебя не выиграл бы. Вообще реально чмошник какой-то. Настя, да? Я тебя разъебал просто фламину. Как даже ты меня разъебал? Ты чуть не проиграл, блядь. Сука, я открыл врата на 6-м ходу, блядь. Иди ты нахуй, блядь. Разъебал меня, блядь. Ну, это рано. Ну, рано. Ну, так, рано. Нормально. Ну, нормально. Тебе это не спасло, потому что у меня... Топовый персонаж был. А ты члена посыпал в итоге. Сука, давай выигрывай его, нахуй. Хватит поддаваться, блядь. Заебал. Восемь. Следующий ход у тебя идет. Восемь. Повелитель. Шесть, я проиграл. Десять, ебать. Пидор. Как же ему повезло. Тебе все повезло, да повезло. Я должен посмотреть, как ты выиграешь. Слушай, давай запускай еще одну. Я получу колоду, блять. Сколько ты стандартную получишь? Сотку колоду, получишь? Колоду стандартную получу. Сколько тебе не хватает? Сколько тебе дадут за этот квест? Мне колоду дадут стандартную за этот квест. Откуда у тебя квест? У тебя же там это выиграть. Смотри и учись называется. Понаблюдайте за победой друга в режиме зрителя. И получишь колоду. А как ты его взял? Где ты его взял? У меня он давно еще был, я его не использовал. Блять, я каждый раз квест разыгрываю и проигрываю. Идите нахуй. Так нечестно, блять, так нечестно, блять, так нечестно, блять, так нечестно, блять. Даже мне проебал даун тупой. Иди нахуй. Надо ли таким дауном, просто я в шоке. Заткнись, хуесос. На изи тебя раскатал вообще. Заткнись. Если хочешь еще раз проверить, давай, гоу, я за. Давай еще раз сыграем. Пососешь опять. Че ты несешь вообще? Ты в своем уме, блядь? Это ранен? Да. О боже. Ты же боишься, ты зассал просто. Видел, какой я тупо зассал. Нет. Так. И зассал, правда же? Ты хотел уже кто на вытащить? У тебя по-любому там в колоде был. Кто? Я прав? Я не помню, может я его даже сбросил. Блять, у него, сука, хорошее начало.
тебя хуйня. Да. Дайте мне порчу. Она у меня была, кстати. Вот этот здесь хуёвый. Так, это 3. Я только через ход могу юзнуть его. Обидно-то как. Кто-то ранен? Заебись. А мне ведь надо еще квесты сделать. В теории, по крайней мере. Ладно, мне бесполезно тебя смотреть. Нахуй иди. Проебываешь только в путь. Ладно, я погнал дальше, видать, тебя. Вообще-то это только начало, идиот. Я все карты сейчас уничтожил. Должен верить в мою победу, идиот. Как я могу верить в твою победу, когда ты даун, даже меня продул? Выебываешься, шлюха, выебываешься много очень. Могу еще раз с тобой сыграть? В 2 раза. Но я думаю, это будет слишком для тебя. Ты расплатишься и пойдешь мамочке жаловаться. Он скажет: сынок, ты работу нашел? Иди нахуй, блядь, вообще охуел, что ли, пидорюга. Сука, тварь, блядь. Сука. Надо же было такое придумать, да? Вообще иди нахуй, понял? Ладно, я наконец-то уничтожу эту карту. Можешь посмотреть меня, потому что я, возможно, выиграю его. Я уже играю. Если ты затянешь, его тоже квест. Затягивать, ты ебанутый, я не собираюсь в Херстоуне ничего затягивать. Я имею в виду не сразу ходить, не завершать ход, а ждать. Что это такое вообще? Уже закрываю. О, господи. Кто осмелился призвать меня? Слишком просто. Я найду ответ. Надо подумать. Надо, блядь, подумать ему еще. Интересно. Добавим капельку гноя. Пидорас. Да блин. Ой, я разбила вас. Повелите. Уничтожает, потом у него остается 3, что он делает? Ну ладно. Жалко так, блять, разменивать просто.
Своё время почти слишком просто. Интересно. Интересно. Сука. Блять, у меня все плохо, Вань. У меня тоже, не поверишь. Мне чувак разыскал. Я сдаюсь. Надо подумать. Он, сука, пиздец нахуй. Тактика у него, конечно, пиздец. Я в шоке. Вообще и на эти можно выиграть сюда. Этой тактикой. Слышишь? Какой еще пиздец. Тактика? Ебанутая тактика нахуй. Он выпал квест? На этого. Дополнительный персонаж. Кто у нас? Кто у нас дополнительный персонаж? В смысле дополнительный персонаж? А, этот, как его? Это не квест, это лорд Джаракус. Это чернокнижник был, да? Алло. Ну, наверное, не знаю, но он не жрец, никто, дополнительный, он открывается, когда там вначале проходишь. Интересно. Что-то. У меня он открылся, короче. И что он делал? Ну, еще Пешанта на нем играет. Вот сука. Ты понял, о чем я, нет? Нет. Ну, смотри, есть маг, есть жрец, есть чернокнижник, паладин, друид, разбойник, воин, охотник, шаман. И есть еще один, который открылся. Бля, иди нахуй, черт. Ебаный. Так много возможностей. А! Так у меня и была она, нихуя. Не, я не могу оставить эту карту. Надо со следующего. Потасовка доступна. Да, да, я буду ее делать сегодня. Потасовку? Да, сейчас как-то играю. Или не знаю. Ну, я классические карты хочу. Там что-то было важное для меня, я уже забыл, что. Какая-то легендарка, по-моему. Боже, он его хильнул. Блять, у него 30 хп, а у меня, блядь, 16. Ой, блять, он удвоил хп. Удвоение хп у него будет, то есть не удвоение, сравнять хп с уроном, это будет жестко тогда мне. Интересно. Что ты делаешь? А, у жреца есть карта? Ну да, точно. Блять, провокация, охуеть. Сука.
Я проиграл, серьезно? Бру должен распределиться между этими двумя. Если он один раз ударит по герою, все, я проиграл. Да, блять, один раз стоило ударить по герою, и все, я проиграл. Отлично. Сюда. А я, кстати, зря ударил по нему, он все равно не сдох. У него, наверное, переман есть или уничтожение. Да. Я проиграл. Что-то в моей колоде не то. Что-то не хватает мне. Какая-то хуйня для демонов мне нужна. Что-то не слабенькие, блядь. Королева за вас. Вот она мне точно нужна. Вот. Это жестко сильно. Это мне нужно уходить в руку два случайных демона из колоды. А кто у меня демоны из колоды? Сука. Ты получил 20 уровень паладина? Я? А ты откуда знаешь? Я это увидел. Так. А у тебя какой уровень на твой персонаж? На моем? 41, по-моему. Я тебя уделал 20 уровнем? Фу, ты лох вдвойне. Так 20 это максимальное, у меня просто золотые карты идут, идиот. У тебя 41. Ну и что? Там идут повторения карт, только они в золотом виде. Базовые, именно золотые базовые. 20 уровень это настолько долго ты играешь персонажем. Вот что это означает. Еблан, ты апаешь 20 уровень, у тебя есть все базовые карты на твоего героя. Понял? У меня нету всех базовых карт на моего героя. Блять, я не понимаю. Ну, у меня нету. Ну, должны быть. Всех базовых карт. Ну, нету. У меня очень много карт не хватает на него. Только часть тут открыта. И на шамана то же самое. Отлично. Ну, нормально. И я апнул. Сука. Истина где-то рядом. Если хуй он ёбнет по моему, даст мне карту, а потом по герою. Он же не идиот, блять. Он наебало берет урон, серьезно? Какого хуя? Но он же идиот. Так, журнал задания. Я уже задание получил. Новое.
А сколько их у тебя? Три, что ли? Теперь 50 карт вас жрет. Окей. Класса жрец. Я у нас там. Погнали, разыграем карт класса жрец. Обидно, блядь. Да ну нахуй, это пиздец жестко уже. Я проиграл. Серьезно? Серьезно, блядь? Сука, блядь. Ай, блядь. Идите вы нахуй. Сбрось Ктуна, блядь. Ну да, точно. Все как надо. О, отлично. Это просто что мне надо. Две победы паладином. Вау. А, несите 100 урона героям противников. Да это хуйня. Еее, сезон закончился. Слышь, Нина. Да. Ты очень вовремя зашел в Хирстоун. Я был 20 уровень. Достигнутый вами ранг 20. А, 18, отлично. Так. Отступили, серьезно, идите вы нахуй. Нистовство ветра. Нахуй знает кого. Семь дополнительных звезд, а что это? Мурлок налетчик. Круто, блять. Идите нахуй. Две, пять побед друидам или охотникам. Найс, блядь. А, что там за карта? Мне что-то одну только дали золотую, слышь. Мне тоже. У меня откуда-то взялась редкая карта. Это маг. Ну ладно. Афазия, какую мне карту дали, даже не посмотрел, слышишь? Смотри, какую мне карту дали. Сейчас посмотрю. По новому. На мага они, по-моему, дали что-то. А он чем одна змея? Ну, это общая карта. Знаете, неистовство это неистовая гарпия. Это обычная карта. Тебе дали? Сейчас посмотрим, что мне дали. Это у меня карта была. Золотая она должна быть, да?
Смотрим, что у них там за потасовка на этот раз. Хоть бы выиграть, блядь, с первого раза. Ай, блядь. Играть вот эти потасовки чисто ради карт — такая тупость. Марки, я не знаю, что у меня за карта выпала. Слышишь? Как называется? Я не знаю, не могу ее найти. В колоду зайди своей, блядь, посмотри, там уведомление есть, там циферка единица над картами классов. Ну, вот. Я зашел уже, не нашел ее там. Ну, блядь, я не знаю, нахуй тогда. Она должна быть золотая, правильно? Мана змей, обычный, не золотая. Далее. Нету ничего, паладин, что-нибудь у него подавало. Мне выпала на паладина карта. Золотая. Я не понял, что? Ваша сила герой стоит единицу. Вот это норм карта. Классная. Озерная дева. Откуда она вообще? Что это такое? Озерная дева? Сердце демона. Блин, прикольная карта. Почему он единицу стоит? Я проиграл, кажется. Интересно. А, он тоже играет на нем. Интересно. Приветствую я тебя. Я свободна от проклятия. Мне не хватает маны. Интересно. Тут, кажется, в потасовке за каждый ход карта становится дешевле на одну единицу. Не на одну. На сколько? Ну, на одну, на две там рандомно. Интересно. Хули этот мудила думает, блядь, полчаса. Паладин, открывай нахуй карты свои. Почему мне вот эти карты продать не надо? Твое время почти истекло. А, кстати, вот оно за 4. Получай, клинок. Почему не могу некоторые карты распылить? Знаю, что если он ударит по этому, да, тогда точно я знаю, как я сделаю ход. Хотя нет. Интересно.
Интересно. Что такое? Мое время почти истекло. Прикольно, я сейчас сделаю. Покупаешь или продаешь? Мое время почти истекло. Получай клинок. Блять, у тебя куча карт, ты уж определись нахуй, что ты там хочешь. Так много возможностей. Три. Это девять. Блять, нет, не хватит. А, нет, хватит, хватит. Походу, досрочно могу выиграть. Ну, давай. Давай, 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 давай. Сука, думай быстрее. Да я по-быстрому выиграю тебя. Откуда вообще взялись эти карты? Я их нигде не видел. Мое время почти истекло. Ха, это броня. Потрясающе. Вы все обречены. Топор жаждет крови. Вот какая мне карта нужна. Не, ладно, я вот эту карту хочу, нахуй. Ладно, жрец так жрец. Значит, все так просто? Так много возможностей. Как тебя мой паладин мучит? Время почти истекло. Ты нахуй. Не хочешь еще раз играть? Да я говорю, ты нахуй. Не, серьезно. Я бы сыграл бы с тобой. Поставил бы тебя на место. Ты бы ебывался на меня постоянно, что я тебя позасал и все дела.
бездна ждёт. Так, я выиграл потасовку. Получил карты, еще монетки, неплохо. Сука. Ну что тут, что тут? Обычные, три обычные карты. Редкая. И обычная, блять. Накладывает немоту на существо. Ну что, будешь со мной играть, нет? В смысле? Ну, да. Сейчас. Да. Ты хочешь со мной сыграть? Ну, давай. Готов? Да. Ну, давай, ну, скоро ты там запустишь. Я не в дуэли имел в виду, блядь, одновременно. А, одновременно? Еман. А почему у тебя 22 уровень не показывает? У тебя 22. Ну, так у тебя какой? У меня 23. Ну, значит, я, блядь, молодец, нахуй, понял? Ладно, на счет 3. Раз, два, три. А почему у меня уровень понизили? Ну, там тоже всякая хуйня зависит. Не дали 7 звезд, это, наверное, 25. 2, 4, 6... Нашло у тебя? Три уровня, вот как раз, да. Свет дарует, да, я против мага. Я против утора. Сейчас вообще плохая идея играть, ты будешь все проебывать. Все игры? Потому что сейчас у всех ранг обновился, нахуй. Тебя там киданет, знаешь, на челика, у которого там, не знаю, пятый ранг или седьмой. О, рывки пошли. Ну нахуй. Сука. Так 25% будет шанс. А нет, 20%. Она красивая. Это ты, повелитель? Ну я бафлит, не понял. Сука, как так? 25%, отлично. Закончился, испугался я, да. Чё он кидает? Ну давай. Тебе нужно благословение?
Как пожелаешь. Что будешь делать, ёбнешь из сука по герою? И сдохнешь? Или дашь мне еще 4 урона тебе ёбнуть? Давай, 5, сука. Надо подумать. Ну, думай, блядь. Хотя у него не мота может быть, он может все сбить. Какой идиот, блядь, это пиздец. Какой же он тупой, это пиздец. Охуительно. Я еще к тому же 2 слабые карты сбросил. Ебать, он кто нам играет? Зачем меня позвали? Нахуй я это сделал, что не сделаешь ради квеста. Хуй там. Надо запиздить. Надо подумать. Надо запиздить, да. Кину лакаря, он сагрится на него. И... блять, если провокации нету. А, это чё, блять, такое вообще? Надо подумать. Думай сколько хочешь. Надо решать быстрее. Надо подумать. Нахуй пошли, не летал, не блядь.
ебаная нахуй. Опять надо 20 урона накопить. Так. Уху, 6, 12. Давай же лицом сыграем. 15. Слышь, Ниша, ну, что у нас теперь общий счет 2-2? Типа ничья? Ай, да. Да, ебать, да. Пососал. Ой, пидор ебаный. Причем это мой был не основной персонаж. Что ты говоришь, блядь, не основной. Тебе повезло, блядь, что я не взъебнул тебя в конце. Упали, тебе нужно карту. О, повезло, вот как ты заговорил. Шлюха тупая, да? Я призвал портал, блядь. Сука, вот врата свои, блядь. К шестому ходу, блядь. Ну, и пососал. Мне просто провокации не было ничего, блядь, нужного мне. О, да, конечно, не было. Да. Надо решать быстрее. Да. Интересно. Ты сильнее меня. Он сдался, блядь. Круто. Мне это нравится. Спасибо. Найс. Как раз получу новую. Сейчас у меня будет новая золотая карта, у меня будет 42 уровень. Стоило напрашиваться. Моя душа будет моей. Сейчас, наверное, 2 сброса будет. Да, блять, я угадал, сука. 3, блять, серьезно. Сука. У него золотой герой, все понятно. Еще квест. Той герой с квестом. Есть вообще смысл играть против него? Фасту, наверное, не получится. Интересно. Может, повезет? Где-то рядом. Не повезло. Да ебать. Ладно, я сделаю так. Нет. Ну нет, блин, это нечестно. Я найду ответ. Это нечестно, блядь, почему? 1 из 6. Так, надо увеличить еще шанс. Я мечтаю быть похожим на тебя. Отлично. Че он за 5 может? О, ебать. 3 заклинания. Сука, иди нахуй. К шестому не сделать. Блять, не то. Заклинание накидал себе там. Да, все понятно. Я играю в пуша, он, блять. Что делать овцу? Заморозку. Супер. О, у тебя неприятности.
теперь все зависит, блядь, от того, что мне дальше выпадет. Ебать, он 6 кинул. Плюс 2. За 7, наверное, есть. Сейчас начнутся удары по ебальнику. Овцу, ой, блядь, и чё это? Блядь, у него, сука, что, все карты золотые? Мне нужно заклинание какое-то разыграть. О, боже. Я не могу рисковать, я не знаю, что он сделает. Я великанский динамант! Он байтит меня, может быть, даже. Сука, 8. Заебись, 2 хода. На него маны не хватит. Посмотрим, блефовал ты или нет. Ах ты пидор. Он блефовал, блядь. Пиздец. Просто пиздец. Сейчас ход второй сделает. Ты нахуй. Этот раз победа за тобой. Сука. Меня наебали, блядь. Слышь, Нина. Угу. Угу. Ебал я в рот эту Джайну, блядь. Мне хотя бы золотую дали карту за уровень. Блять, сука, это обидно нахуй.
Сука, она меня заебала. Мне надо больше заклинаний каких-то. Кстати, а почему у меня нет моей карты? Пойду чай сделаю. Чё ты там делаешь? Готов запускать? Готов запускать? Нет, я играю сейчас. Ладно, сейчас приду.
Йоу, я здесь. Угу. Что там делаешь? Готов стартовать? Да. Я катку играю. Долго тебе еще? Или только начал? Ну, я недавно начал, но я тут похоже. Долго. Недолго будет, потому что я. Олег Тленов у меня скоро будет. Ваня, ты реально идиот просто. Зашел в Херстоун, сука, в самый последний день, когда, блядь, сезон заканчивался, и взял уровень и карту. Ну? Ты точно 20-й взял? Да? Да. А, ты даже 19-й взял, сука. Пиздец. Иди туда. Моя собака хитрая, нахуй. Это ты, повелитель. Предупреждаю, я нестабилен. Это серьезно, блядь? Интересно. Не могу это сделать. Зачем меня позвали? Сюда. Слушай внимательно. Да хранит нас Тартола. Серьезно? Ты слышишь, еще одну коробку открывать. Слушай внимательно! Слушай внимательно! Thank you.
сыграешь, да? Угу. Выигрываешь? Это охуенно. Я выиграл. Ну, да? Блин, мог мне за секунду сказать до этого? Я получил. Хочешь прикол? Так он просто сдался, блядь. Прикинь, в середине игры, я в ахуе, блядь. Мог выиграть меня, в принципе. Норм, челик. Нет, не мог я днище тебе сказать об этом. Потому что он тогда еще играл. Ты же опять начал, да? Да. Запущу просмотр и пойду за лимонадом. А если выиграешь, я получу колоду стандартную. Круто. Иди нахуй, сука. Тварь, блядь. Почему кто мне падает на чай? Ну надо же. Я найду ответ. На. Ой, я разбила алмаз. Я найду ответ. У тебя неприятности. Так как знал, что кто сбросится. Удивительно. Это ты, повелитель. Я мечтаю быть похожим на тебя. Сука. Ты тут? Как пожелать. Ты вот его выйдешь? Я найду ответ. Я найду ответ. Возможно. Кто он защищает меня? Найс. А я удара не сделал. Ха-ха, я лох. Найс. Удивительно. Она удивилась. Эй, долбоёб, хуля. Не удивился. Да я знаю, ты же пососал. Мина. Ебать, я 4 урона въебал от лучшего. А нет. Куда лезешь без очереди? Зачем меня призвали? Так, надо подумать. 4 сдохну, 2 останусь живых. У него карт много, у тебя мало. Один за другим. Сука. Не заклинание использовал. Проиграл, видимо.
Как пожелаешь. Что он сделает? Что у него за карта? Слышишь его зов? Слушай внимательно. Что? Выставляй этого хера за 8 единиц. Рывок. Используй, убей героя. Там, скорее всего, защита стоит. Копирует. Да, пожалуйста. Смерти. У него есть шестерка, наверное. Боже, еще одна. Слушай внимательно. Да кто нужен? Заткнись, блядь. Вот-вот начнется симфония ужаса. Сделать жизнеотвод, я даже не знаю. Удивительно. Нет, я думаю, не надо. У него это... Заклинание сейчас будет на минус 6, и этими двумя ударит. Ты проиграл. Неплохо сыграно. Ну, я все равно без карт. Думает, что он проиграл. Что это за карта? Найс. Сыграно. Пизда, я проиграл. Ты слышишь его зов? Ну надо же. Я проиграл. Ты тоже проиграл. Иди нахуй. Жизнеотвод делать. Нужно было. Зачем? Видишь, он тебе по хп. А похуй, хрон такой фейм. Я имел в виду, тогда надо было делать. Я из-за этого прыгнул. Кошмар, когда начинается. Твой кошмар начался. Ебаного пиздеца. Сука, у меня не то, чтобы ты выиграл. Ты можешь хоть раз выиграть? Или нет, я как колоду хочу нахуй. До этого выигрывал, смотри, блять, внимательно нахуй, понял? Я смотрю, как ты сосешь. Вот что я смотрю. У меня был 22-й, теперь 21-й. И... Рекстар. Начнется охота. Моя душа будет моей. Просто ты пососер, Дина. Понял. Пидор, понимаешь? Ты даже у меня отсосал член. Здоровый такой нигерский. Нигерский это все его так называют, потому что он такой здоровый. Нигеров. Сейчас я пидор.
его зов! Слушай внимательно! Да. Поможем. Наебало берет, нихуя себе. Может спиздить все, что есть у него. Сука, опять проебал, да, он ебаный. Блин, свои ебало шлифа. Хуем по губам проведу, пидор. Ты сука много выебываешься, понял? Я тебя выебал, судя, потому что не... Молчи. Сука, пидорас ебаный. Не соси. Выебывай сам передо мной. Шаровок будет в эту хуйню. Зверя. Хочешь? Хочешь прикол? Прикол в том, что ты пидор? Нет, видишь, у тебя справа внизу ракета. Ну. И слева вверху ракета. Где нажми ракета? Нажми два раза на стрелочку влево. И что вправо внизу. Нажал? Да. И нажми на рычаг, запусти. Куда он копнул? В смысле рычаг? Какой рычаг? Так много возможностей. Справа внизу, ты блин, два раза. Заткнись. Похуй. Ты хотел прикол показать нахуй. Прикол ты покажешь, если достанешь хуй все изо рта. Походу только ты трясёшь из нас двоих. Мне, блядь, 10 хп, ебать, это пиздец жестко. Как так вообще вышло? Ладно, смотреть. Я походу, походу никогда не получу. Тут... Сука. Я не могу разыграть эту карту. Никогда, сука, не получу, нахуй. Блять, мне демон нужен, сука. Ладно. Мне не везло с картами, блять. Карты на сброс вообще не шли, он начал меня давить в самом начале. Он тебя начал ебать в самом начале. А ты купился. Он тебе обещал лавры за то, что ты у него будешь сосать. А ты поверил. Кому не избежать моего гнева? Твоя душа будет моей! Рога без квеста? Или что это? Пошла нахуй!
Серьезно? Неплохо мимикрировал, сука, бред. Ладно, рискну. Какие хорошие карты отъехали, сука. У тебя неприятности. Это существо уже атаковало в этот ход. Надеюсь, тебе нравится моя изобретательность. Ну, сбрось-то. Нет? Ну, давай, 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 давай. Ну. Ты что делаешь, Аля? Играю. Я проиграл, блядь, из-за ёбаного квеста. Роги, блядь. И мне тоже, кстати, из-за него же. Что такое искупление? Получает существо поебало и увеличивается урон ей. Да, охуенно. Просто заебись у него. Достойно. А нет ли смысла вообще играться? О, заебись. Что нахуй? Слишком просто.
Надеюсь, тебе нравится моя изобретательность. Это ебанутую рогу надо фиксить. Просто ебал в рот, ебанутая. Мам, блять. Блять, вот если бы эти бесы были с провокацией, то это другое дело, рахы. Я, блять, не понимаю, это вообще пиздец какой-то ебанутый. А не рога. Джайна и Рога, два героя, которые меня бесят больше всего, блядь. А как же паладин, которым я тебя выебал? Натянул твою очко. Начали еблан, бесить. Сраный, блядь, тупой еблан ты, блядь. Тебя он не бесит? Я чувствую вкус маны. Шанс есть, но маленький. Пиздато. Я сейчас на этом ходу могу разыграть это. Воу-воу-воу, нихуя себе. Супер. Супер рандомчик вышел. Что же делать? Серьезно, провокация, но окей. Последний-то где? Пять из шести.
повелитель. Так, я во восьмом ходу призываю. Если она ненавистит заклятие. Не заклинание. Бля, я выиграл, слышь? Я смотрю. Смотри. Так. 6 урона. Бля, ага, это... потом, а потом будет 10 урона. Дэмэш. Блять. 10 урона. Ну, блять. 10. 14. Ну, блять, она выживет еще нахуй. Что за предсмертный хрип у этого чела? Что же делать? Заклинание он ложит себе. Добавим капельку гноя. Капельку гноя нахуй. Ну что, для любое заклинание мощное. И все это проиграл. Или рывок какой-нибудь мощный. Главное сейчас этот ход пережить и все. Экстрасенс хренов, молись. Не, я проиграл. Скорее всего. А, нет. Или... Или, блядь, да? Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Истина где-то рядом. Здравствуй. 10, 14, блять, серьезно? Здравствуй. Сюда. 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 Она превратила в зверюшку. О боже. Я не готов. Ебать. Пять, четыре. Хватай, слышишь? Я найду ответ. Зачем сюда? Меня призвали? А что ты там получаешь? Это за что? За просмотр победной игры друга. Где это дается? Где вот это мне дается? Дали, смотри и учись. А это что, достижение какое-то? Оно где-то есть или что? Задание. Ты получил ежедневное задание посмотреть игру, да? Это что? Не ежедневное задание. Задание мне висело уже полмесяца, наверное. Если не месяц. А где оно висит у тебя? Уже не висит, я его получил уже. А где задание, оно висело, блядь? Задание. Три задания. Одно из них было оно. Тут и непонятно. Тупой идиот, блядь. Ты сказал, что ты получишь классический набор, а почему ты не можешь любой купить? Ты не золото получаешь? Нет, я получаю набор. Ты, видимо, вообще никогда просмотр друга не делал, да? Да нет, делал. Уху, я сижу в Кирстоуне, не играю в доту. Сколько, опять редко, наверное, чернокнижник. Нахуй мне он нужен, чернокнижник. Что тебе выпало?
уничтожает три шеста по обе стороны от себя и получает их атаку и здоровье. Прикольная карта. Ты можешь за счет меня выигрывать. Я должен защитить природу. Твоя душа будет моей. Ладно. Я сейчас ухожу, ты не хочешь еще раз сыграть со мной? Или все? Или я спать? Ты можешь запустить одновременно со мной поиск. Не, тогда я спать. Блять, почему мне не попадает нужная мне карта? Шанс 33%, напал я в рот нахуй. Так получше. Ну чё, днище, как тебя поспасал сегодняшний в Херстоуне? Скоржись. Распизделся, блять, много я смотрю-то. Я же сказал, что лучше тебя играю. Я показал это на деле, что ты хуесос. Ну ты еблан, блять, ну ты еблан. Заходи, я тебе все время говорил, что ты лучше тебя. Идиота кусок. А, он может. Чтобы это доказать, я даже взял командира, нахуй. На котором очень редко и мало играл. И выиграл твою игру. Дать ниже. Да? Хуйна. Слышь, Миша. Миша, это я хочу кучу сказать. Тут тут? Да, ебать, чё. Алло. Алло, блядь, тут я нахуй. Ладно, пока я тебя не слышу. В смысле ты меня не слышишь? Схуя ли ты меня не слышишь? Ты чё, почему меня не слышишь, я не понимаю. Победа за тобой. Будет моей! Сейчас сбросить. Ну ладно. Окей.
нормально так вышло. Серьезно? Я найду ответ. Все, заебись. Разыграл. Ты охуел? Нормально. Есть фраза, блядь, тебе повезло, сука. Пидорас, блядь, везучий. Сорок третий уровень, интересно. Что? Я еще из базовых осталось. Адское пламя. Так, осталось еще 2, 4, 6, 8. Восемь наборов таких. 8 карт. Сражаться с честью. Твоя душа будет моей. Победа
нормально. Вот это я уважаю. Действительно, молодец. Он крутой. Просто, сука, сдаться за первые 5 секунд игры. Это достойно уважения. Ой, блядь, что за звук? Ебать, еще одна обновка в доте. 90 мегабайт, нихуя. Неужели новые коробки?